Скорбь охватила Россию. Умер Расторгуев. Вдова назвала виновных. Бизнесмен Михаил Ходорковский ответственен и причастен к убийству троих россиян Центральноафриканской Республики. Об этом РЕН-ТВ заявила вдова одного из них, режиссера Александра Расторгуева. По словам Евгении Расторгуевой, после смерти мужа в Африке ей стало известно о желании Ходорковского поговорить с ней. Однако сама она этого не желает, так как считает предпринимателя ответственным и причастным к гибели супруга. «Я бы с ним не хотела разговаривать», – подчеркнула она. Еще одним человеком, которого Расторгуева винит в смерти мужа, является Андрей Конехин, главный редактор финансируемого Ходорковским Центра управления расследованием. «Человек неадекватен», – считает она. По ее словам, ни Ходорковский, ни Конехин не сумели должным образом организовать поездку журналистов в ЦАР, поэтому и несут на себе ответственность за их убийство. О смерти Александра Расторгуева, а также журналиста Архана Джамаля и оператора Кирилла Радченко Центральноафриканской Республики стало известно в конце июля. По данным СМИ, россиян, снимавших документальный фильм, убили 10 вооруженных людей в тюрбанах, возможно, во время ограбления.